Кубель под Хейса. Уже справа. Перевод на Сенхайма. У Сенхайма хороший выпуск кистей. И выходит Бредедева. Пас коньком на дальнюю штангу. Это гол от Кевина Хейса. Великолепная комбинация от Филадельфии Флайерс. 2-1. И это в равных составах шайба, поскольку Дилан уже появился на льду. Посмотрите, как лихо, какие передачи выдумывает. И Грант, ему вроде бы руки завязал Гудаш, но есть ноги. И Дерек Грант отдает филигранную просто передачу коньком под дальнюю штангу, где продавил Джона Карлсона Кевин Хейс. Ну как продавил?